Михаил Пореченков – один из самых колоритных персонажей в мире российского кинематографа. Когда-то его еще называли русским Шварценеггером, однако впоследствии наш сегодняшний герой успешно доказал, что является самодостаточной личностью и может представить интерес сам по себе. В его карьере есть множество ярких актерских работ, а также огромное множество наград самого разнообразного толка. Михаил Евгеньевич Пореченков родился 2 марта 1969 года в городе Ленинград. Его отец был моряком, а мама работала на стройке. По словам актера, родителей часто не было дома. Именно поэтому первые годы своей жизни Миша провел вместе с бабушкой. Сначала он жил в Псковской области, однако уже вскоре перебрался с родителями в Варшаву. В польской столице отец нашего сегодняшнего героя получил работу в судостроительной компании, а потому всей семьей уже вскоре пришлось обустраиваться на новом месте. В Польше Михаил начал посещать занятия в школе-интернате, в котором учился несколько лет. В этот же период герой начал увлекаться боксом и некоторыми другими видами спорта. После окончания школы будущий актер отправился в Эстонию, где впоследствии поступил в Таллинское военно-политехническое училище. Однако в этом месте его судьба складывалась не очень гладко. Михаил часто получал выговоры за нарушение дисциплины, а потому данное учебное заведение в итоге он так и не окончил, будучи отчисленным всего за 10 дней до выпуска. Главным успехом в этот период для Пореченкова стало звание кандидата в мастера спорта по боксу, которое он получил после успешного выступления. После отчисления из военного училища герой отслужил срочную службу в Спортбате, а затем вернулся назад в Ленинград. В городе над него и Михаил Пореченков начал думать о своей дальнейшей судьбе и очень скоро стал серьезно рассматривать вариант с поступлением в театральный вуз. Ожидая вступительной кампании, парень работал в багетной мастерской, а когда пришел нужный час, отправился на экзамены во ВГИК. Несмотря на тот факт, что когда-либо серьезного опыта в тот момент у Пореченкова не было, поступить в вуз ему все-таки удалось. В данном институте молодой актер начал учиться под руководством Армена Джигахарняна, однако получить диплом не сумел из-за последовавшего отчисления. После этого мужчина поступил повторно, на этот раз в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино. Еще в студенческие годы Пореченков начал выступать в различных театральных постановках. Первой же звездной ролью для него стала постановка «В ожидании года», после которой на актера обратили внимание ведущие деятели российского кино. На местной сцене он также исполнил роли в спектаклях «Братец Кролик на Диком Западе», «Клоп» и «Дама-призрак». Эти роли принесли герою немалый успех, однако по-настоящему популярен Михаил стал после выхода на экраны сериала «Агент национальной безопасности», сыграв этакого современного супермена. Молодой актер моментально стал очень популярен. Начиная с 2003 года Михаил Пореченков стал же так часто сниматься и в кинематографических проектах. Достигнув определенных высот на актерском поприще, Пореченков благополучно перекочевал на телевидение, где стал работать уже в качестве телеведущего. В активе нашего героя программы «Запретная зона», «Кулинарный поединок», а также «Битва экстрасенсов». Ведя речь о факультативных проектах актера, стоит также отметить тот факт, что сегодня Михаил часто работает в качестве артиста озвучивания. В жизни у актера было 2 брака. От первой супруги, предпринимательницы Екатерины Пореченковой, у него есть дочь Варвара. Девочку можно увидеть в фильме «День Д». В настоящее время Михаил женат 2-м браком. Его жену зовут Ольга. Она работает художницей. Вместе супруги воспитывают 3 детей. Кроме того, у нашего сегодняшнего героя есть небрачный сын Владимир, 1989 года рождения, который живет в Таллине.